Снова всех приветствую, друзья. У меня очередная посылочка. На этот раз тиски. Стоимость, указанная на упаковке, почти $15, $14.99. Шла посылка 54 дня. Не знаю, ну не очень быстро. Тут последние вот посылки у меня приходят за 10 дней, за 7, а это 54. Так, давайте смотреть. Отзывы что-то на эти тиски не очень хорошие. Коробка вот просто в хлам разбабаханная. Здесь у нас пупырка была, но она вся полопалась. Так, грешат эти тиски тем, то что они вот здесь лопаются, но вроде бы как, мне пришли целые. Доставка, опять же, повторюсь, очень долгая. Сейчас будем рассматривать их. Так, ну, цена около 1000. Так, что мы имеем? Ну, то, что целые пришли, это уже хорошо. Здесь, как мы видим, царапина. Я не знаю, что ими делали. Ну, тут типа как небольшая наковаленка, там какие-то гвоздики подровнять. Вот эта часть вращается, которая прикручивается к столу. Но выглядит, я вам скажу, более-менее неплохо. Получается, цена на русские деньги 1100 рублей. Тут вроде бы ничего. Здесь вот у нас тоже винт. Вот этой штукой фиксируется поворот. Как мы видим, вот поворачивается, если отпустить. Ну вот, если вот в таком положении, то вообще очень легко крутится. Что сказать, советовать я их пока никому не буду. Я их немножко испытаю. Смотрите, как криво загнут хомут. Тут у нас пружина. Давайте посмотрим. Выдвигается легко. Здесь основание сделано как ласточкин хвост. Губки съемные. Ну, это хорошо. Вот эту губку я, наверное, обработаю болгаркой потом. Ну, вот тут вот вообще прямо металл, ну, как стружка отпадает. Вот видно. Ну, не знаю, для дома, мне кажется, таких тисков будет достаточно. Там что-то поджать. Не для таких сильно силовых работ. Вроде как ничего. Но, опять же, посмотрим, как они себя будут вести. Потому что люди пишут, что при зажатии чего-то, ну, там сильно, да, вот здесь вот оно обламывается. И, ну, тиски приходят в негодность. Давайте еще хорошенько рассмотрим. Используется вот такая какая-то краска, как то ли она напыленная, то ли потом покрыта лаком. Ну, не знаю, вроде на вид мне нравится, как они выглядят. Опять же, как они себя поведут на практике, я не знаю. Наверное, завтра я их возьму на работу, там что-нибудь позажимаю, просто, ну, ради интереса, как они себя вообще ведут. Мне дома даже их и прикрутить особо не к чему. Ну, там, если только на балконе. Ну, сейчас пока еще холодно, не хочу идти на балкон. Да, вот так вот люфт присутствует, но небольшой. Также все вращается. Ну, короче, тиски приехали, слава богу, живые. Я уже, ну, там отзывов поначитался, уже думал, что все, и мне тоже придет поломанный экземпляр. Ну, вот я поджимаю, вроде как, ну, для меня достаточно этого, как я поджал. Единственное, что вот эта губка, ну, я не знаю, если получится, ну, наверное, вряд ли их повернуть. Тут со смещением просверлено. Нанесена на губках типа как вот такая сетка. С этой стороны она хуже. Ну, что можно сказать? В принципе, ну, я чего ожидал, то и получил. Если они будут, ну, нормально служить, то никаких проблем, никаких претензий. Я, наверное, досниму к ним потом еще видео, как они, что. В общем, вот такие тиски весят 1,5 килограмма, 1,6 килограмма. Доставка 54 дня. Давайте посмотрим, что у нас на самом магазине. Вот 146 заказов. Сейчас они стоят 1100.
Так, ну доставка еще тут 50 рублей в Россию. 50 миллиметров тиски. Ну, тут вот 360 градусов, то, что они вращаются. Вес примерно 1,5 килограмма. Здесь идет описание. Вот как на фотографиях они выглядят. Ну, все то же самое. Один в один, как в описании. Тиски выглядят точно так же. Ну, даже смотрите, вот здесь тоже вот эти полоски. Так что, даже и, вот, как мы видим, даже и на фотографиях видно, видны эти косяки. И по отзывам, что у нас люди пишут, дошло за 3 недели до Волгограда, сделано добротно, все работает как положено. Так, дальше, смотрите, дополнительный отзыв. Меняю мнение, сломались при малейшем усилии. Ну, опять же, видите, а кто-то пишет, что нет. За такие деньги это нормально. Ну, типа, ну это не продолжение этого, что сломались. Так что на все 100% себя оправдывают. Цена и качество. Так, тиски пришли целые, что очень странно с нашей почтой. Ну, опять же, ну не в почте тут дело. Если просто плохой металл, да, какой-то пористый, то оно и без почты, ну, лопнет. Вот, как у некоторых. Ну, вот видите, да, для дома. Куда-то к столу прикрутить. Качество нормальное. Упаковка плохая. Да, кстати, упаковка хреновая. Ну, в общем, тут мнения разные. У кого-то они нормально себя ведут, у кого-то они ломаются. Ну, возможно, просто если неправильно пользовался там или что-то очень сильно затягивал. Ну, в общем, как-то так. Опять же, вот такая цена. Столько вот заказов. Ну, это вот самый оптимальный вариант из тисков, которые можно заказать на Алиэкспресс. Были еще алюминиевые, похожие. Ну, я не знаю, там даже и губки алюминиевые. Смысла я их брать не вижу. Ну, на всякий случай ссылку оставлю, если кому-то будет интересно, кто смотрит этот ролик. Ну, а на этом пока все. Всем спасибо за просмотр. Как всегда, до новых видео и до новых встреч. Всем пока!